Вот, хочу показать вам опять этот узор для палантинов, для топиков, для маечек. Вот такой вот узор, он идет ажурный. Угу. Вот такой. Сейчас мы пойдем вправо. И я хочу акцентрировать внимание на последние три иголочки, на первые три иголочки. Потому что эти иголочки я провязываю по 3, по 4, по 5. Это то, как выбирает с самого начала. А вот последние, если мы здесь эти провязываем 3, последние мы должны 6 сделать. Потому что мы же потом в нерабочее положение их выдвинем. И будем делать здесь 3. А если мы не сделаем 6 рядов, значит, здесь палантин будет короче. Край короче. Палантин, конечно. Ну вот. Еще разок. Вот 6. Так, все поправили, все сделали. Да? 6. Эти заводим в работу. Провязываем. Ага. Эти из работы выводим. И так делаем нам до нужной длины. Вяжем 2, 3. Вот 3 ряда. Под иголочку не забываем. Заводим еще 3 иголочки в работу. Провязываем под иголочку. Эти 3 иголки, которые, на которых уже вязали, выводим из работы. Опять, что с этой стороны под иголочку, что с этой. 3 ряда провязали. Так. Провязываем под иголочку. Эти в работу ставим. Угу. Это выводим. Ой, тихо-тихо, Людмила Юрьевна. Эти выводим из работы. 2, 3. Так. Третий ряд. Под иголочку. Эти в работу. Провязываем. Что-то натяжитель у нас, что-то. Так, это мы ведем вот так, исправим брак. Ничего видно не будет. Так. Ниточка слоится. Так. Мы же в эту сторону идем. Потом она провяжется. Раз. 2, 3. Под иголочку. Это в работу ставим. Провязываем. Эти 3 иголочки выводим. Не забываем ниточку под иголочку. Так, опять. 1, 2, 3. Под иголочку. Заводим в работу. Провязываем. Ниточку под иголочку. Не забываем выводить из работы. 2, 3. Угу. Так, все проверяем. За всем следим внимательно. Угу.
Ну, долго вас задерживать не будем. Сейчас до конца дойдем. Покажу еще раз, как первые будем эти три глаза. Так. Третий раз. Ряд в работу. Ниточку под иголочку не забываем, чтобы без дырочек все было ровненько. Три. Вяжется легко. Так, в работу. Под иголочку ниточку эти выводим из работы. Раз. Два. Три. Вот эти вот мы по три делаем. А это первые, ну, там, или последние, или первые, только кому как удобнее. Делаем 6 рядов. 2. 3. 4. 5. 6. Так, не провязала у нас, сейчас провяжем вручную и введем в работу. Так, бывает, отвесов нету. Так, вводим работу, работу. Так. Угу. Эти выводим и начинаем заново. Ниточку за иголку. Все, движемся теперь к левым иголочкам. Вот такой у нас раппорт получается, узор. Вот так вот, свободненький. Вязала этот рисунок я на плотности 6. Вяжется быстро. Тупики такие вот можно сделать. Маечки. Маечки на лето, но ширину побольше. Ширину, конечно, каждый сам выбирает.